frage mich nur, wo das politisch hinführen soll. Denn faktisch hat Russland jetzt den Donbass praktisch erobert. Das ist ja noch eine Sache von wenigen Tagen. Это интервью авторитетного эксперта Вольфрама Ваймера не опубликовали на официальном YouTube-аккаунте первого немецкого телеканала. Пока канцлер Германии Шольц вел переговоры в Киеве, в студии впервые прозвучало: Россия имеет уверенное преимущество над противником. Die Ukraine hat die Kraft nicht auch mit den Waffen, die wir noch liefern können. Und Russland gewinnt auch im internationalen Spiel der Sanktionen. Die Chinesen sind heute gerade China, Russland beigesprungen. Ваймер подчеркнул, что санкции не работают в отношении России, потому что не все ведущие страны их поддержали. А канцлера Германии обсмеяли в Африке прямо во время выступления. Там не хотят слышать о санкциях, направленных в адрес Москвы. Wir können diesen Krieg nicht gewinnen. Eigentlich muss Berlin jetzt einen Friedensplan vorlegen. Und das erhoffe ich mir von der Kiew-Reise, dass das tut. Мирный план – вот чего ждут от Шольца после поездки на Украину. Thank you.